Приветствую вас, друзья и недруги. Вчера вечером записали очередной выпуск программы «Мой район» про уличных музыкантов Москвы. Напоминаю, «Мой район» выходит на канале «Москва доверия» по будням, где-то в районе там 5 часов. Игорь Скляр рассказывал нам о своем опыте. Он, кстати, никогда не пел песню Комарова на улице. Я попросил его, он спел. Но песня совсем не о том, вернее, песня совсем не та. А пока готовились к съемкам, мне удалось подслушать и подсмотреть, как Игорь поет битловскую «Come Together». I would walk home, but I got here.